Автомобиль с вентилятором. Чтобы сделать эту игрушку, нам необходимы 4 пластмассовые крышки для колес, маленький электрический вентилятор и другие необходимые вещи. Сделаем отверстие в двух крышках, соединяем их с помощью спицы. Применяя клей, обеспечиваем, чтобы колеса хорошо придерживались на осях. Колеса будут вращаться очень свободно. Теперь прикрепляем к колесам 15-сантиметровую масштабную линейку. Масштабная линейка станет шасси для автомобиля. Вот и образовалось тело автомобиля с двумя парами колес. Применяя клей к резиновому блоку, прикрепляем ее масштабной линейке. Это как бы сделать поднятую платформу, чтобы установить нашего вентилятора. Теперь возьмем ручной вентилятор. При включении его он вращается. Размещаем вентилятор в резиновую платформу и прикрепляем к телу автомобиля с помощью липкой ленты. Автомобиль с веером готов. Как только вы включаете вентилятор, он вращается быстро, автомобиль продвигается в противоположное направление. Как бы воздух бросается в одно направление, автомобильное движение противоположно. Это демонстрирует, что каждое действие имеет равную противоположную реакцию.